сейчас слушаю и вспоминаю, что я читал, что вы очень увлекались гипнозом. Вот я, знаешь, гипнотизирует меня Гусман, пытается вот мне... А потом скажут, дайте 10 тысяч рублей. Второй вопрос связан... Да, это не гипноз. Дело в том, что я же был депутатом Государственной Думы, зампредседателя комитета по геополитике. И худшего времени, чем 2 года в Думе, я никогда не видал единовременно или одновременно столько неприятных людей. Я за всю мою жизнь до этого, потому что я там просто обалдел от тех слов, от тех лиц, мягко говоря. Но все равно не жалею, потому что даже как не жалею, что я мединститут и аспирантуру закончил, потому что есть такой замечательный рассказ у Ираклия Андроникова, где там нашли калошу, если ты помнишь. Нет. И на ней были инициалы ML, и решили, что это калоша Лермонтова, литературоведы. Потом долго исследовали, выяснили, что не Лермонтова. И он сказал, напишет, что ну что ж, хорошо, выяснилось, что точно, что и найдена еще одна калоша, которая не принадлежит великому писателю и поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Вот я тоже выяснил, что заниматься политикой я бы больше не стал бы, как... Но это интересно.